В региональном правительстве прошла торжественная церемония вручения ветеранам Великой Отечественной войны государственных наград. Событие посвящено 70-летию Победы. И для меня большая честь вручить вам заслуженные государственные награды. Это юбилейные медали в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Скоро мы все с вами вместе будем отмечать этот великий праздник, этот юбилей Великой Победы. Действительно, праздник, который объединяет буквально всех, от мала до велика, независимо от возраста, социального положения и политических взглядов. Потому что в России это, если брать патриотические праздники, то, наверное, это праздник номер один. Участники боевых действий, труженики тыла, узники концлагерей – все они являются живыми свидетелями страшных событий. Их устами молвит сама история. Я человек, который, начиная из-под Киева, до конца освобождал Украину, во всех операциях наш полк принимал участие, а сейчас Украину терзают. У меня там родственники и так далее. Первый форсировал Вислу. Честно скажу, чуть не потопил свой расчет и сам не погиб с автоматом. Будь 20-30 сантиметров воды побольше, потому что спрыгнул с понтона по шейку вода. А не будь этого, значит, не было бы меня и моего расчета, и не было плацдарма, который мы отсаивали. Я коснулся этого только потому, что в последнее время очень много изменений преломляют наши все победы, все наши успехи. После официальной церемонии награждения губернатор вместе с ветеранами за чашкой чая обсудили нюансы подготовки к 9 мая. Олег Ковалев отметил, что ни один участник войны не останется без внимания в рамках акций, которые будут проходить в преддверии празднования 70-летия Победы. Также в неофициальной обстановке заседавшие обсудили вопрос патриотического воспитания. Поговорили о работе, которая проводится с молодежью. Это великое дело для каждого из нас. Наш глава полностью чествует нас за наши победы, за наши военные подвиги. И на нас таким образом накладывается новая задача. Она, кстати говоря, и сама по себе движется. Это работать с молодежью. Потому что все вы знаете, нового я ничего не скажу. Задач из школы настоящего очень много. И школы, конечно, нуждаются в помощи поддержки. Вот здесь мы с вами поклянемся, будем им помогать. В конце встречи Олег Ковалев поблагодарил ветеранов за их смелость и самоотверженность, за их патриотизм. Эти люди, как никто другой, знают цену жизни и смысл легендарного военного лозунга «Служу своему Отечеству».